Всем привет, дорогие друзья, отсняли лютый ролик, конфликты, чуть ли не драки, разбили гитару, все будет в этом видео, смотрите до конца. Просто решили поздравить людей с 8 марта. Немножечко. Ребята, перед просмотром ролика я прошу вас подписаться, поставить лайк, перейти в телеграм-канал, перейти в ВК, потому что ролик реально жесткий, мы очень сильно старались. Эмиль, Дима, вот мы сделали просто бомбу. Вот это прикол! Самый первый магазин, который мы поздравили, это был Пятерочка. Это небо для тебя, эти звезды для тебя, это солнце светит только для тебя. Ты моя любимая, ты моя хорошая. Чайки на дно. Штиль, наш корабль забыт. Один в мире скованный сном. Ублюдок, мать-то, а ну иди сюда, говно. И мы... Потому что люди ходят. Мы поднимаем. На улицу выйдите и там, пожалуйста. У нас они поднимаются, им нравится. Еще раз повторяю, на улицу выйдите и там, пожалуйста, поднимать вообще. Меня же накажут. А вас накажут же? Конечно. Хотим договориться. С кем? С вашим начальством. Сейчас позову, блядь. Осознав то, что нам не рады из-за того, что у нас нет денег, мы решили их немного подзаработать. Всем привет, друзья! Сегодня мы вам покажем, как заработать денег на этой гитаре на улице. Видели бы вы мое удивление, когда узнали, что мое шикарное пение не ценится на улицах моего города. Да почему мне никто не подкидывает? Почему мне никто не подкидывает? На тот момент, когда моя гитара еще не успела почтиться со своими струнами и ушла в мир иной, произошла очень конфликтная ситуация, от которой я офигел. Меня приняли за ЧВК Редан. Скажу вам сразу, что я его не поддерживаю, и вообще я за мир во всем мире. Так как я не свинья, я убрал весь мусор. Зачем гитару ломаешь? Да ролик мы снимаем. Здесь люди в такой климат. Успокойся. Ты понимаешь, что ты делаешь вообще? Мы ролик снимаем. Какой ролик? Ты видишь, люди ходят. Вон, блин, камера. Сегодня праздник, ты чем занимаешься? Бля, не то, чем ты занимаешься, нахуй? Антон, успокойся. Ты нахуй гитару сломал? Подожди, ну, понимаешь, это деньги вообще? Это моя гитара, тебе какая разница? Да мне похуй, здесь люди ходят. Мы за тебя похуй. Здесь девушки ходят, ты чем занимаешься? А продолжение конфликта вы можете увидеть в моем телеграм-канале, перейдя по ссылке в описании. Не потому что там жесть, а просто потому что. Дайте поиграть, пожалуйста, просто пиздец какой-то. Поздравляю вас всех с 8 марта! Это небо для тебя, эти звезды для тебя. Да, я сбился на его игру, в принципе. Здравствуйте! Хотите, я вам песню спою? Спасибо. Ну ладно, в принципе. Yeah.
И в этом видео побеждает этот магазин. Да. Когда нас выгнали. Я зашел сюда, чтобы купить просто хлеба. А меня снимают папарацци, и мне все равно на это. Я пошел вон туда, и не выгнали отсюда, потому что... Тут добрый персонал, приходите на магнит Михаила Ладива. Да? Правильно? Все, идем теперь за хлебом. Я самый свежий хлеб. Свежее. Ну мы знаем эти маркетинговые уловки, мы возьмем самый дальний. Здрасте. Нам, пожалуйста, хлеба. Один батон. Я еще курю. Я вообще-то бросил курить, принял нет. По карте у меня оплата. Благодарю. Лови хлеб. Мы идем хавать. Позитивный магнитик вышел, кстати. Не такой агрессивный, как все. Нас не выгнали, нас даже сняли на видео. Михаил Ладива, какой-то там, приходите сюда. Ребят, спасибо за просмотр. Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь. Для вас это секунда, для меня это галактика. Подписывайтесь на мои соцсети, телеграм-канал, там выйдет видео вот с конфликтом и еще что-то. Да, мне вообще лень сценарий писать, я никогда его не пишу, поэтому вот просто по-братски.